Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить Outlast, и у нас с вами намечаются, что там, фокусы с вентилями, по-моему, спустите воду, открыв две заслонки, да. Спустите воду, открыв две заслонки. Ну, давайте смотреть, что здесь. А мы где вообще? Prison Block Drain, Female Ward Drain. Так, жёлтенький. Ага, то есть получается вот так и налево, потом направо, да? Ну ладно, пойдемте. Только я уверен, что тут все не так просто будет. Вот. Пошел ты. Ага. Обломайся, Билли. Козел. Вылез мне. Пойдемте, пойдемте. За желтенькой пойдемте сперва. Это типа так спрятался, да? Где этот деятель? Где того? А, вот он. Уродец. Так. Мы что-то явно не так сделали. И куда-то явно не туда пришли. А где он? Угу. Так, давай. Давай, давай, Майлз. Заходим. Не знаю, туда, не туда. Ага. Здесь что? Нет, пока мы туда не пойдем. Пока вот сюда пойдем. Я надеюсь, что мы правильно лезем. Ну, судя по всему, да. Так, это женский дрейн. Так. Хорошо, мы его откроем. А дальше что? Куда прятаться-то? Здесь есть куда прятаться? Я, честно говоря, вообще не представляю. Drain valve. Ладно, давайте откроем. Но сюда он не залезет ни при каком раскладе. Здесь меня надежно вот эта стеночка защищает. Я совсем забыл о ней. Так. Ладно. Вы знаете, что самое ужасное? Что я даже не помню, как я сюда пришел. Ходит. Толстячок. Боровичок. Ну пусть ходит. Спокойно, Майлз. Спокойно. Иди, иди. Он не уходит, да? Он не уходит. Вали давай. Тусит.
Так, ну-ка. Угу. Здесь ничего. Пойдемте. Это развилочка-то, да. Тот самый стол. А вон там что? Жёлтенькие трубы. Давайте мы с вами вот сюда спрячемся. Что, он будет возвращаться? Угу. Ну и как вы думаете, он вернется? Тут непонятно, где он. Идет он, нет? Это вот сейчас то, что мы делаем, это очень рискованно. Ага. Идет. Быстро. Майлз, быстрее. Успели? Успели. Ага. Ушел. Зато теперь понятно, нам направо, правильно? Пойдемте. Посмотри на него. Ушел, ну и хорошо. Быстро. Так. Здесь что? Здесь есть где спрятаться? Да, здесь есть шкафчик. Но какой из них? Вопрос. Быстро. Не знаю, в тот, не в тот. Он сейчас припрется наверняка. Ладно. Будем терпеливы. Да ладно, он уходит? Нет, стоит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Иди мимо. Иди мимо. В принципе, можно было вон там спрятаться. Затем вот стеллажом и потом убежать. Где он? Он ушел? Так. Я думаю, что это будет вот так. И надо будет, убегая, закрыть дверь. Мне так думается. Как это успеть сделать, непонятно. Да, надо было так с самого начала сделать. Проблема в том, что мы вообще не видим и не понимаем, где он. Вот козлина. Вот козлина. Толстячок, дурачок. Фу. А, он уходит. Ну пусть уходит. До свидания, родной. Угу.
деловой. Ой, деловой. Ничего тогда, сырость на кирпичах нарисована. Как это что? Замечательно вообще. Чё, батарейки все, ёхт. Ладно. И что нас здесь ждет? А? Спокойно, пар. Опять вот это вот. Ага. Это уже вселяет оптимизм какой-то. Вверх, где есть свет. Кто это? Кто это? Что это? Найдите выход из канализации. Кошмар, это ток, скорее всего. Это, скорее всего, ток. Что тут? Админ блок, административный блок. Ладно. Здесь идем медленно. Надо же, он сам может на решетку подняться. Прогрессирует. Он прогрессирует. Что? Кто это? Не стоит бояться меня. Говорю тебе, мы похожи. Ты еще знаешь, что реально, а что нет. Доктор мертв, ты ведь знаешь это, да? Доктор Вернике, он умер еще до того, как начал работать здесь. Только какие эксперименты мертвый доктор ставит на живых пациентах? Вот в чем вопрос. Так. Пациенты знают, что доктор Вернике мертв. Один даже спросил меня, да, что за опыты мертвый доктор ставил на живых людях? Что же такое проект Вальридер? Как сообщают, какое-то оружие. Вроде как. Опять спускаться? Не, ну подожди. А вот здесь что? Я хочу батарейку. Ну, тут батарейка и есть. Замечательно, прелесть какая. По углам, около офицеров раскиданы батарейки. Ладно. Спускаемся. Это что, кровь? Там внизу кровь была, друзья мои? Ну, это мерзость. Прекрасно. Вообще, у меня слов нету. Фу. Male word, female word. И что мы... Ну ладно, пойдемте. Так. Замечательно вообще. Male ward, через женское отделение, значит, идем. Здравствуйте, пожалуйста. Хорошо, что не нам на голову. Слушайте, ну это кошмар, да, вообще? В таком месте оказаться и не поехать башкой. Это что-то невероятное. Как мне думается. Что? Здесь что, мутанты обитают? А? Что это за звуки?
Mail World. Ну понятно, через женщинское отделение идем. Сюда пролезем. Так, пролезем. А здесь что? Надеюсь, ничего. Апшер, спокойно. Ты сам вызвался сюда приезжать. Приехать. Тебе написали письмо, ты, не разобравшись, поехал. Ну, теперь пожинай плоды своего любопытства. Да, да, как ты хотел. Взять, приехать в какую-то полоумную психушку. И при этом надеяться, что все будет хорошо, да? Так. Ладно. Это что? Так. А, да? Даже так? Ну, мы хотя бы подтягиваться можем, что уже неплохо. Здесь. Ясно. Здесь. О, что-то меня не устраивает вообще. Прям совершенно. Это что такое? Это что вообще такое? До свидания. Это что? Так. Угу. Ну-ка. В смысле? Ясно. Ой, как я такое ненавижу. Ой, как я такое ненавижу, друзья мои, если бы вы только знали. А по какой причине я ни на что не могу залезть? Я что-то не понял. Что за бред? Я только что там был. Пытался забраться на ящики, на этот мостик грёбаный. И игра почему-то не дает возможности это сделать. Чего-то я не понимаю. Так, а здесь? Нет. Подождите, это что? Вот так. Ага. Вон оно что, Михалыч. В смысле? Меняй батарейки. Это такой дивный переход на ту сторону, да? Ящики, вот. Ну, судя по всему, да. Майлз, это нехорошо. Давай, вставай. Я батарейки ищу. У меня патологический страх потерять и истратить все батарейки. Батарейкофобия, понимаете, у меня. Так. Замечательно, дальше что? Мы, надо быстрее идти, конечно. Что это? Майлз? Да господи, что такое? Почему ты не можешь просто это сам по себе пройти? Это что? Угу. Здесь кто-то ходит. Где-то вот тут слева. Похоже на этого упыря. Толстого. Быстро. Вот что мне надо делать? Мне кто-нибудь объяснит, а?
Я что-то лазю. Давай. Понимаете, дело в чем? Все неплохо, но я не понимаю, что мне надо делать. Ну, мы не убежали, естественно. Я просто не понимаю, что мне надо делать. И сколько раз я здесь буду гибнуть. В смысле? Это сейчас все заново будет? Да вы подкалываете. А, это он здесь ходит, все нормально. Так. Я его тупо от него убежать не могу. Он меня догоняет. Нет у меня ни малейшего понимания, куда надо идти. Это выглядит очень бредово, я вам хочу сказать. Абсолютная темень. Какой-то полоумный чувак ходит. Ну. Я его пока не слышу. Майлз, давай. Давай. Здесь нет. Так. Где-то здесь. Может, так попробуем? Нет. А где он? На звук нам ориентироваться. Ну, это замечательно, конечно. Как в фильме «Телохранитель». Вообще непонятно, куда идти. Но отсюда мы часом не пришли. Но отсюда мы пришли. Прекрасно. Ну и дальше что? Угу. Здесь где-то мы с вами видели забор. Не забор, а мост. А где он? Какая чуша. Ага. Ну вот он меня увидел, хорошо. Давай, все, понятно. Закрываю. Все, теперь понятно. Что? Ты кто вообще, полудурак? Да. Майлз, давай быстрее. Может сюда, вот так. Наверное, это правильно. Мы сбежали? Что это вообще? Ну, mail word, да, нормально. Ой, кошмар какой. Что это за идиот там бегает? Они здесь все, в принципе, такие, но тем не менее. Так.
Ну не хватит, а. Мне уже надоели эти тоннели дебильные. И все вот это вот. Прекрасно. Mail word. Ладно. Мы сейчас подниматься будем. Пойдемте посмотрим, что здесь. Здрасте. Хуже запаха и представить себе невозможно. Сотни тел набиты битком в комнату, кругом тысячи мух. Это и есть тот выход, о котором говорил священник. Посмотрите на это, а. Это кошмар просто. Просто кошмар. Ну, вроде как, с успехом вылезли. Доберитесь до нижнего этажа мужского отделения. Угу. А, ясно. Шкафчики двигать будем. Ты кто, товарищ? А? Ну-ка. Так. Ну, следы вроде как. Естественно, кровавые. Батарейка. Что здесь? Нету ничего. Да, здесь ничего нету. Finger first. Чем сильнее я пытаюсь бежать, тем глубже вязну в этом проклятом месте. Затягивает как трясина. Они пытали людей в подвале. Пытали упорядоченно, методично. На стене написано сначала пальцы, потом яйца, затем язык. Кто-то давал инструкции, руководил этими пытками. Ладно. Мне кажется, этот чувак в себя придет. Я думаю, что так будет лучше. И тупо безопасней. Так. Ну, это то место, откуда мы вот сейчас зашли, вот так обошли. Наверное, туда нам идти, да, надо? Что происходит? Ну зайди-ка, что в дверь не пролазишь, что ли? Ну я так подозреваю, что... Мы откроем дверь, и будет погоня наверняка. Видимо, да. Давайте. Вариантов нет. Ну-ка. Угу. Ладно. Подождите пока. Ладно, давайте сюда зайдем, посмотрим, что здесь. Это что? Слишком жив. Слишком жив. Фу. Ужас, да? Верники ждет меня там. Так.
Отчет о состоянии пациента составлен Риком Трагером. Этот пациент тоже не выжил. Тысячи извинений. Я старался как мог, но я же доктор, а не чудотворец. Да и доктор из меня тот еще, сказать честно. Ну так или эдак, кому-то надо срезать жир с этого злополучного Вальридера. Мы теряем деньги с тех самых пор, как все пошло наперекосяк с этим малышом Билли. Но я ухитрился сократить штат на 80 человек, что означает экономию на зарплате сегодня, на всяких страховках и пенсиях завтра. И я тут много чего понял про биологию. Я раньше был не особо уверен, но теперь могу точно сказать, человек не может жить без своих почек. Каждый день что-то новенькое. Живи и учись. И учись. Да, Триггер сделал потрясающие выводы. Да. Вот это да. Я удивляюсь, как здесь еще кто-то вообще живой. Назвать их людьми, конечно, язык не поворачивается. Это вообще непонятно что. Но тем не менее живы. Пойдемте. Собственно говоря, путь у нас теперь только один. Закрыто, замечательно. Так. Интересно. Что мы с вами сделали не так? Мы зашли в эту дырку. И они хотят сказать, что там был какой-то альтернативный путь, который мы не увидели, что ли? Там закрыто все было. Что не так? А, вот оно, оно. Старая как мир подсказка. Ключевые точки взаимодействия подсвечиваются светом. Так. Угу, я забыл, да. Как я мог? Я думаю, что сейчас этот чувак, который вот там сидел за дверями, который так раскачивался, он сейчас что-нибудь отшибучит. Давай, давай, понятно. Так. Быстро. Закрывай. Быстро. Ёлки-палки, и докуда нам бежать? Быстрее, Апшер. А пошли вы. Давай. Давай, 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 давай. Они орут имя этого Вальридера. Пошли. Так. Теперь куда? А. Ой-о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 й. Но я убежал. Я просто, не знаю, напрыгал не вовремя. Мы убежали. Очень обидно, что так получилось. Мы убежали, но видите как. Что тут? А, все, понятно. Давай. Закрывай. Быстро. Хорошо. Как обидно было. Давай, да, другой путь, ага. Давай, Апшер. Давай.
Бабшир, быстрей! Быстро. Быстро. Давай. Отлично. Погнали. Апшер, сейчас нам надо прыгнуть. Мы с тобой должны смочь. Что такое? Ну, игра не про прыжки. Ну, вроде как допрыгнули. Может, сейчас все-таки нормально будет. Там чекпоинт сработал. Да, нормально. Оно здесь всегда так коряво работает. Да, нормально. Очень коряво, но я доволен. Мы перепрыгнули, это главное. Так. Подождите. Ничего я не понял. Давай. Теперь куда? Господи ты, боже мой. Ты кто вообще? Ну и чё? Если, говорит, хочешь жить, поднимайся. О, я понял, кто. Ты сделал правильный выбор. Эй, а ты же парень этого долбаного священника. Его свидетель, или как он тебя называет? Видать, устал. А давай-ка отдохнем, дружище. Пропустим по бокалу мартини. Потолкуем. А ты тяжелее, чем кажешься. Небольшой разряд тебя не убьет. Ладно, вот так, чтобы руками и ногами не размахивал. Кошмар какой, а? Попали. Как здесь вообще вот выживают, а? Он идиот, я думаю. Садист просто-напросто, и все. Обожаю горный воздух по ночам. Не хочешь выбраться наружу, прогуляться? Вперед, я подожду. Давай, можешь бежать, я не тороплюсь, нет? Ну ладно. Сурово как кремень, мне это нравится, хорошо. Вот сюда. Так, лифт. Втащить бы ему, а? Чем-нибудь. Было бы замечательно. Ага. Да, убей меня, убей. Тебе этот язык все равно ни к чему был. Садист, а? Истину говоришь, мне как раз надоело лизать наклейки. Вот мы и пришли. Спасибо, что заглянул. Сейчас мы приступим к консультации. Прием начнется через минуточку. Я только вот руки вымою и... Так вот, как домашнее видео. А это хороший повод для разговора. Знаешь, меня немного волнует, что ты так много времени проводишь с отцом Мартином. Надеюсь, он не одурачил тебя всеми этими библейскими штучками, мол, он праведнее Бога. Я никого не хочу оскорблять, но порой он смахивает на психа. А, ты в смысле здоровый, да?
Это понятно, люди напуганы, тянутся к Богу, как и к другим путям спасения. Увы, Бог умер с появлением золотого стандарта. Теперь мы верим в нечто более конкретное. Хочешь заплатить Питеру, огреб поле, иначе никак. Убийство – самое простое решение. Ну а что, если все деньги вдруг исчезнут? Они становятся новым объектом веры. Вот для этого я тебя сюда и привел. Чтобы ты поверил. Ты следишь за моей мыслью? Не отвлекайся. Тебе еще многое нужно воспринять. Ой, какой же он ублюдок. Вот, так ведь лучше, а? Понял, чего мы добились? Превратили потребителя в средство производства. Эта идея сама себя будет продавать. Капец. Фу. Это надо было раньше делать. Как мы от болевого шока-то не померли. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.